Была ночь, нет ползвезды, похоже на тебя. Нет негативных факторов, злых директоров, небезопасных секторов. Вся скукота разбежалась, напомнила и не устала. С вами Михалыч и Гарри. И сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Профи в деле». О, прикинь, Димас, так неожиданно, это искусство монтажа. У нас не было бокалов, а сейчас они есть. Знаешь почему? Потому что это начались новогодние чудеса. Мы же готовим с тобой обращение к стране новогоднее, правильно? И чтобы нам как следует страну поздравить, нам нужно какую-то штучку придумать с тобой интересную, правильно? А кто нам в этом поможет? Кристина Ягудина. Ее салон и красоты, кстати, тоже в этом смысле этого слова, да? Под названием «Сеть цветочных павильонов Азалия». И она расскажет о том, как сделать замечательный подарок из бутылки шампанского. А если вам интересно узнать, то мы подготовили вам подарок. Для этого вам нужно будет досмотреть данное видео до конца и узнать, что будет за подарок. Ну, привет. Да ты не нам говори. Очень рада снова вас всех видеть, и моих друзей, и вас, дорогие видеослушатели, да, вы называете? Радиослушатели. Радиослушатели. Вот. Ну, конечно, сегодня будет тема интересная. Как ребята сказали, подготовка к Новому году уже начинается, уже пора. Праздников в нашей жизни предостаточное количество, как мы знаем, и свадьбы, и юбилеи, и дни рождения, и так далее. Расскажи нам в двух словах, что ты будешь делать вообще, что за волшебство? Так, сегодня мы будем оформлять бутылку шампанского живыми цветами. Техника подойдет такого рода для любой бутылки, то есть любое содержимое, кто что любит, абсолютно для любой емкости и формы. То есть я сейчас просто покажу, как это делается, и вы это сможете сделать дома своими руками. Благодаря такому небанальному сюрпризу вы украсите любой праздничный стол своим подарком, а также принесете в эту вечеринку свою изюминку. Нам сегодня понадобится бутылочка шампанского. Розовая полусладкая, думаю, подойдет. Специальная губка Азис на держателе для вертикальных поверхностей. Такую губочку можно приобрести в наших салонах. Инструменты, водичка и сами цветы. Итак. Необходимо губочку пропитать водичкой. Для этого аккуратно придерживая, ждем, пока губка не потемнеет, приобретет темно-зеленый цвет. Видишь, Миш, да, у нас что получилось? Лишнюю водичку мы спрячем. Для красного бордового лучше не держать. Да. Вот. У нас такой азис на двухстороннем скотче. Аккуратненько отклеиваем. Слушай, где скотч покупал? Это в специализированных флористических магазинах. Да, вот такой интересный. Да. Определенная форма, кстати. Конечно. В форме таблетки. Может, давай я тебе помогать немножко? Нет, все у нас отлично. Крепим бутылочки, все, он держится, никуда не денется. Но я такую декоративную ленточку сюда привязала, чтобы у нас с обратной стороны бутылки тоже было все красиво. И в то же время губка дополнительно держалась. Вот, мы прикрепили губочку с помощью двухстороннего скотча. Ну, теперь можно приступать уже и к творчеству. Процесс подготовки занял у нас минимальное количество времени. Миша поиграться пришел в гости. А что у тебя? А смотри, тут всяких штучек. Игрушки, кстати, прикольные. Да, покажи. Слушай, что за игрушки-то? Расскажи мне, пожалуйста. Эту игрушку делает девушка, нас в городе зовут, ее Татьяна. Она попросила фамилию не говорить, очень уж больно скромная. Мы потом, наверное, к игрушкам еще вернемся. Мы их поближе покажем, если будет желание. Так, начинаем декорировать. Ну, здесь уже сколько вашей фантазии на что хватает. Давайте помогать тоже. Ты мне говоришь. Давай, ты мне вот эти маленькие все срезай. Маленькие такая. Папоротничек. А, вот эти все вдоль стебелька. Вот так вот? Да. Вот, а мы сейчас будем творить творчество. Хватит или еще надо все срезать? А, все срезай. Все срезай, да? Опа. Да, много не мало. Ты же знаешь, я же люблю это все. Это, короче, процесс такой нормальный, увлекательный. Такое ощущение, что сделай я сам, попал на, знаешь, куда? На сенокос. На мастер-класс? Нет, на сенокос. Да что такое, не получается. Дай. Что там? Должны резать. Острые были. С утра. С утра были острые. Специально с пола листочек потом как бы это вложим, да? Ничего страшного. Никто же не узнает об этом. Мы же никому не расскажем и не покажем. Бам, бам. Работаем, как говорится. Да. Так. Так, мы сейчас просто... Давай я тоже воткнусь. Задаем. Ну, попробуй. Давай. Давай, значит, я тебе сейчас отрежу, сколько тут здесь уточку эту надо. Падает, не хочет она у нас. Слушай, она же может тут и поклевать немножко. Покормить.
Кристина сказала, вы покатите. Так, Надя, что ж ты не озвучиваешь такие моменты? Давай, вот это, вот сюда, вот сюда. Вот это снизу? Да. Снизу. Посмотрите, это же момент такой, Миша. Слушай, входит и выходит, да, как говорил Винни-Пух? Главное, чтобы входило. Выходить не должно. Слушай, мужчины флористы есть? Вообще, это мужская профессия. Мужская, да? Да. Я понял. Это только в России у нас почему-то принято считать, что работа флориста тяжелая. Очень тяжелый труд. Потому что вот эту всю красоту создавать, это одно, конечно. Бывают такие букеты, которые они неподъемные. Так, ну я думаю, достаточно нам веточек. Что, на этом все? Ты думаешь, уже красивенько? Нет, я так просто спросил, может, на этом все? Полуфабрикат готов. Полуфабрикат. Ну, начинаем. Берем полустон. Очень красивый цветок, несмотря на свою такую видимую нежность, очень долго стоит, хранится до 3 недель. То есть можно не бояться смело его покупать. Мне нет, очень давай, нравится. Давай, я тебе еще что-нибудь порежу, ты мне только... А вот такие вот небольшие. Вот такие, а да? Вот эту длинненькую мне оставишь, да? Смотри, вот так, раз. Да. Это все? Или это... Все, можно выбрасывать. Вот так вот. Эх, пошла жара. Да. Спросить, ну вот ты когда возвращаешься домой, да? Да. Ну ведь страшно порой идти домой-то, да? Темные. Ну, бывает, на молодежке не очень там освещают. Я на машинке езжу. Я понимаю. Ну все качества берешь с собой? Ой, у меня таких много в машине, всяких штучек. От нападений, да? Да. Защищаться можно. Хорошо? У меня много всего. Так, что мне здесь тоже резать? Так, вот то, что закрытые бутончики. Подлиннее оставляем, потому что они нам как бы для фона хорошо легкость будут придавать. А более крупные цветки мы будем ставить в центр композиции. Вот да. Я подправлю это после что. Слушай, Кристина, а это что? Кашпо под цветы. Кашпо под цветы, да? Да. Ага. Сюда подойдут такие цветы, как кактусы. Слушай, да я это глупую шутку. Сикуленты, такое слово есть. Давай я глупую шутку сейчас произнесу. Давай. Это знаешь, как бы на утро, на обед и на вечер. Вот тогда ты это. Нужду справлять, сори. Ну не знаю, мне бы жалко было туда. Нет, вот я почему так рассказал про эту тему? Я так, на, своим родственникам когда-то ездил на Украину, делаешь? Да? Вот, а там, чтобы от туалета, ну, короче, нужник находится не в доме. Вот Миша в тему сейчас. Не в доме, а, скажем так, надо идти метров 70-100, да? Ну, с утра-то, представляешь, это куда там идти, ничего не видно. И специально ставится ведро у входа. Вот. Ну так это на и сейчас так. И сейчас так? Угу. То есть ты хочешь сказать, что ты ставишь, да, вот здесь? Я? Кто там живет в этих деревьях? Так же, да, я все кромсаю. Так, ну, ребят, уже скоро все у нас. Вот такие бутылочки с шампанским. Я сейчас все-таки ближе к нашей теме. Ближе можно не обязательно там на Новый год дарить. Вот свадебный подарок очень хороший. То есть такую бутылку вот перед молодыми, если поставить на стол, да, она будет как украшение праздника тоже. Сейчас она стала. Так, ну чуть-чуть осталось. Все, пока, Миш, можешь уже не резать, я думаю, она достаточно. Последние штрихи. Знаешь, если вот так вот стукнуть, то, возможно, Димка разговаривает. Давай мы его пожалеем. Пожалеем, да. У нас молодец, старается. Хорошо, что Димка находится за... За кто? Хорошо, что он с молчит. Стороны, за камерой. Ну, я думаю, он нам сейчас все выскажет. Все выскажет, да? То, слушай, как не находимся рядом, да? Он постоянно что-то говорит, вечно меня перебивает. Хорошо, что он камеру держит. Да заткнись ты. Не выдержал. Я честно тебе скажу, я потом вот это все вырежу. Пускай это радуется. Слушай, Кристина, а что такое берграсик? Я думал, что это обычная трава. Ну, это осока, да. Просто у нас это осока называется, в Голландии берграс. Вот так. Слушай, а усики получается как у таракана, да? Типа того, да. Хочу заметить, что клей момент ты не применяешь. Да? Нет, поэтому иногда надо поглубже так ее заставить, чтобы не выскочило все. Кстати, гудрон тоже липнет, если застынет. В детстве ели гудрон? Нет, ты что? А что надо было? Прикольно, знаешь, как вкусно. Да что, реально, что ли? Очень вкусно. А кто ел вообще? Я. Дорогие подписчики, если кто ел гудрон, ставьте лайк. И пишите в комментариях, кто сколько съел. А вот я теперь понимаю, почему у нас это на дорогах дыры такие. Не хватает. Вот почему. Вот мы нашли и ответ на исконную проблему российских дорог. Оказывается, люди этой страны. Грызут гудрон. Великой страны, они грызут гудрон. Грызли. Грызли? Да. Не, ну это подожди. В детстве в нашем.
Ты же, наверное, рассказала своим детям, правильно? Нет, ты что, а то они тоже начнут. Ага. То есть ты как бы да, дорожный фонд пожалела. Молодец. Сейчас попросим нашего ассистента нам дать ящик. Тут тоже можно задекорировать. Типа можно сено. Конфет насыпать. Кстати, вот кто любит конфетки? А сухого вот сена. Сено можно? Можно. Кстати, у нас это и есть. Даже есть сено. Да. Ну, то, если так положить, я сейчас не буду. Здесь надо действительно либо опилочки, либо сено, либо, может быть, конфеты, ну, все что угодно, фрукты. То есть такой не банальный, да, так скажем, сувенир, да, подарок, будет очень уместен в новогодние праздники. И ты знаешь, он еще, ну, я, скажем так, не сторонник и вообще не стараюсь не пропагандировать. Алкоголь, пьянство. Да? Вот. Но в целом, да, кстати, шампанское же можно заменить на любой напиток. На любой да, напиток опять там, же повторимся. Фруктовый там какой-нибудь. Конечно. Сидр там, да. Но конечно, есть шампанское конечно. Для детей, то есть на основе сока. Давай так, вот смотри. Мы сейчас сделали просто вот поставили бутылку, цветы оформили, да. То есть это, скажем так, базовая цена. Да? Угу. То есть вот сколько стоит вот такой подарок? Ну вот в данной комплектации, так скажем, 400 рублей вот это оформление бы стоило, если бутылку шампанского вы сами приносите. Угу. Ну, соответственно, сколько напиток там стоит, люди покупают. То есть, подожди, получается, что в принципе не готовый да, вариант можно купить, а можно принести любое свое да, шампанское, конечно, да, то есть оформление конечно. Стоит 400 рублей. Дело да? в том, что мы работаем в цветах, нам алкоголь нельзя, конечно же, продавать. Вот, поэтому люди приносите свои вещи. Давай слово, конечно, вырежем. Да. То есть это у нас, да, можно так? Не. Я понимаю, что торгуем у вас... мы алкоголем. Что там, самогон? Слушай, это базовая комплектация, да? То есть, ну, я так понимаю, что с фруктами, с этими еще какими-то такими прелестями. Конечно, да. Это дополнительная плата, да? И можно сделать очень хороший подарок. И он, кстати, полезный. Получается, можно подарить детское шампанское, фрукты, конфеты. И это... Ну, а что, мне кажется, приятно. И могут и выпить, и поесть дальше, да? Конечно. Пойдете. Дима, ты снимаешь? Да. Так ты хоть сказал? Я уже пикнул два раза. Пикнула там два раза. Слушай, Кристин, спасибо тебе за то, что ты снова приняла участие. Эту эстафету в нашем марафоне под названием «Люди Икс». Говори. «Люди Икс». Нет, «Профи в деле» называется. Вот, я что хочу сказать. Мне тоже очень приятно. Спасибо тебе большое снова. Ты сейчас так забрать хочешь, я смотрю, спасибо тебе, я пошел. Нет, я сейчас хочу Димку позвать. Давай мы ее разыграем, эту бутылочку. Давай подарим нашим подписчикам, может быть. Так, слушай, ну просто подарить, знаешь, это как-то банально. Ну давай какую-нибудь им сложную задачу, непосильную. Сложную задачу, хорошо, давай. Мы подарим вот такой замечательный подарок тому, кто поставит под этим видео лайк. Вот. Сделает репост данной записи. Вот. И оставит какой-то комментарий под этим видео. Отлично. Отлично, да? Да. И дальше мы берем через определенный метод, как его называется, генератор. Генератор, да? Генератор случайных чисел, да, по подписчикам, скажем так. И определяем победителя. Определяем победителя, да? Также в прямом эфире все это дело сделано. Да. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вам хочется обладать данным подарком. Очень вкусно. Условия очень простые. Сделать репост данной записи, поставить лайк под этим видео и оставить какой-то комментарий. Да, отлично. И данный подарок в результате выбора, да, будет ваш. Да. Все, успеваем. Да.